Функцию Hyper Video в смартфоне Lenovo Z6 Pro создавали более года. Ранее вице-президент Lenovo Group Чан Чен официально подтвердил, что смартфон Lenovo Z6 Pro будет представлен на пресс-конференции, которая пройдет 27 марта. Смартфон будет иметь поддержку сетей пятого поколения и возможность записи видеороликов под названием Hyper Video. О второй функции разработчики по-прежнему не распространяются, хотя сегодня и был опубликован новый тизер. Источники говорят, что новая функциональность будет связана с макросъемкой и замедленными видеороликами, хотя это не точно. Чан Чен лишь отметил, что на разработку этой функции у компании ушло более года, а также добавил, что видеоролики Hyper Video будут передаваться с более высокой скоростью, чем все привыкли. Lenovo Z6 Pro с поддержкой сетей пятого поколения будет выпущен в Китае в июне этого года, а версия без 5G модема выйдет до конца месяца.